Напомнить о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны, о его мужестве и миллионах жертв нацизма при помощи акции «Лучи Победы» впервые решили 2 года назад в городе-герое Севастополе. При поддержке президента страны Владимира Путина акция обрела масштабный характер. 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся парад Победы. Тогда в 23 часа ночное небо над Москвой осветили 5 прожекторных колец, а в год 75-летия Победы над российским небом прожекторы зажглись вновь. Так страна вспомнила о знаковом для каждого событии. Немалый вклад в Великую Победу внес и наш регион. За 4 года на фронт ушли более 500 000 наших земляков. 24 июня этого года в 23 часа в городах трудовой доблести Самаре и Сызрани небо над памятником Ил-2, монументом славы и Спасской башни Сызранского Кремля осветят огни. Репетиция световой части акции пройдет 22 июня в 22:30. То есть мы попробуем подсветить 2 объекта и направить прожектора в небо. 2 года назад указом президента России Владимира Путина Самаре было присвоено звание «Город трудовой доблести», а в 2021 году почетного звания удостоился город Сызрань. Для региона и города акция «Лучи Победы» является знаковой. Здесь свято берегут память о защитниках и тружениках тыла. В акции примут участие расположенные в регионе и городе предприятия. В Самаре это завод имени Тарасова, Куйбышевский нефтеперерабатывающий и металлургические заводы, а также жители городов, представители общественных организаций, студенты, участники военно-патриотических объединений. Объединений, школьники. Одним словом, все желающие. Планируется 500 детей, что примет участие. Также будет 2 площадки задействованы. Это аллея Трудовой Славы и Парк Победы. И там порядка 500 детей будет из школьных лагерей. Определенные экскурсии, конкурсные площадки будут для этих детей проведены. Чтобы ознакомить детей с историей знакового события, для педагогов подготовили информационные материалы. Присоединиться к акции «Лучи Победы» могут все желающие. Для этого 24 июня в 23 часа необходимо включить прожекторы на своих зданиях и жилых домах. Видео и фото можно размещать в социальных сетях с хэштегом «Лучи Победы». Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.